Дніпропетровська обласна організація Товариство Червоного Хреста відома своїми добрими ділами, добрими справами. Вони допомагають обездоленим, вони допомагають ліками, харчами. І різними питаннями ми сьогодні дізнаємось, яка ж, як же проходить акція «Милосердя», яка вже була розпочата 1 серпня, як, до якого, далі, до якої дати вона буде тривати, і що найголовніше, що вдалося зробити за увесь цей час, які проблеми зараз є у Товариства Червоного Хреста України. Справді, пані Людмила сьогодні нам про все це розкаже. У нас у студії Людмила Лашко, голова Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Доброго дня, пані Людмила. Справді, такі акції, які проводить Товариство Червоного Хреста, вони справді для усіх нас, для суспільства, дуже важливі, надзвичайно важливі. Це такі от акції милосердя. І вона проходить під гаслом «Приєднуйся до добрих справ, допоможи сьогодні», бо саме сьогодні ви можете це зробити. Завтра вже буде пізно, лише сьогодні. Пані Людмило, як проходить ця акція, розкажіть, будь ласка. Ви знаєте, такі ситуації бувають у людей, коли потрібна допомога сьогодні, а не завтра. Завтра вона може вже не понадобиться, тому що чоловіка вже просто не буде живих. Я хочу немножко сказати об обществі Красного Креста. У нас міжнародна організація, в яку входить 191 країна світу. І ми працюємо, всі країни світу працюють по 7 основоположним принципам Красного Креста. Основные из них – это беспристрастность, нейтральность, гуманность, универсальность и другие. Мы независимая организация, мы ни в каких партиях, движениях не состоим, и мы нейтральны. Поэтому, наверное, и недаром Красный Крест, международная организация, является лауреатом Нобелевской премии 4 раза. За всю свою історію наше українське общество Красного Креста в 2018-му році відмітило 100-літній юбілей своєї роботи, і 100 років Красний Крест допомагає нуждающимся. 100 років. Да, це акція, яку ми проводимо ежегодно, традиційно, з 1 августа по 31 октября. Вона буде длитися 3 місяці. Цель этой акции – обратить внимание общественности, наших жителей, наших меценатов, бизнес наш, все слои нашего населения на нужды самых-самых незащищенных слоев нашего населения. Это прежде всего пенсионеры, это прежде всего инвалиды, дети-сироты. Это наши перемещенные лица из Донецкой и Луганской области, которыми мы з початку вооруженного конфлікту дуже багато дуже много помощи оказывали. Було допомоги, так? Тоді ми пам'ятаємо, коли піднялися усі, і волонтерів дуже було багато. Але з часом сили вичерпуються, і люди не можуть так довго допомагати. Справді, ви знаєте, дійсно, от коли тільки почався вооружений конфлікт, і к нам стали приїжджати люди із Донецької, Луганської області, наш склад за одні сутки опустів. И как раз хорошо, что это было лето, еще осень такая ранняя, еще не было сильных холодов, что мы смогли еще собрать еще вещи, которые к холодам могли людям раздавать. Очень сложная была тогда ситуация, потому что, ну что такое война? Человек приезжает с чемоданчиком, с документами и с детьми. Все, все что он берет. И вот человек приехал, а у него ничего нет, ему даже почистить зубы нечем. Ни пасты, ни мыла нет, ни одежды нет, даже ни одеяла, ну элементарных вещей нет. Вот тогда мы были в допомоге Днепра, дежурили в нашей организации, которая принимала круглосуточно население этих областей и тоже оказывали первую, самую-самую первую помощь гигиеническими наборами и предметами первой необходимости. И в то же время сразу же откликнулось немецкое правительство и немецкий Красный Крест, и нам поступило 700 тонн гуманитарной помощи тут же, буквально ну, в октябре 2014 года, в ноябре. И мы вот с конца 2014, начала 2015 года совместно со службой МЧС нашей, главным управлением надзвичайних ситуацій, займалися прийомом і роздачею цієї гуманітарної допомоги для нуждающихся. А також ранені теж дуже потребують нашого уваги. Ми дуже багато допомагали і допомагаємо зараз раненим. Ця робота у нас повсякденна, а не в акціях.
Вот, мы в больнице Мечникова сразу же. У вас чергування там, чи ви там як офіційна організація присутні постійно? Як відбувається співпраця? Ні, ми їм оказуємо гуманітарну допомогу. Вот мы оказали на 5 миллионов 173 тысячи сразу же гуманитарную помощь для раненых бойцов, для больницы Мечникова. Это были предметы, расходные материалы для хирургических операций в виде салфеток, таких, которые сразу же растворялись, они останавливали кровотечение, особенно при нейрохирургических операциях. Вот. И благодаря этим салфеткам очень многие воины остались живы, потому что не надо было тампон оставлять, не надо было его вытаскивать, и меньше травмировался мозг. Замечательно. Вот. Также мы помогаем лекарствами и в наш военный госпиталь, и в Мечниково, и в другие больницы, которые занимаются ранеными нашими. Пані Людмила, а от на сьогоднішній день, це отак той період, справді, який аж із 14-го, так і зараз, бо сьогодні, і все одно поступають увесь час і поранені, але що змінилося, от як ваша організація? От зараз, смотрите, коли були перші визови, які требували оперативної, швидкої реакції і огромних масштабів роботи, тогда очень было сложно и тяжело. Нам помогали волонтеры, мы приглашали. Наши патронажные медицинские сестры тогда работали. Волонтеры, наше население откликнулось. Служба чрезвычайных ситуаций, но мы с ними как одно целое работали. Сейчас хочу сказать, что более спокойнее стало. Многие люди, которые приехали из Донецкой и Луганской областей, определились. Некоторые уехали в свои дома. Там, где уже им безопасно жить. Многие остались здесь. Остались здесь те, у которых дома разрушились, у которых нет жилья там. Тогда, в те времена, мы через Красный Крест шло финансирование домиков, модульных городков в нашей области. У нас 5 городков, вы знаете. Так-так. Вот это Кривой Рог, Павлоград, Никополь. Дніпропетровськ і Кам'янське, да, вот 5 модульних городок. І жителям цих городків ми все час допомагаємо і по сі пори. Вот. І раніше, звісно, цієї допомоги було більше, тому що люди були менше определені, чоловіку потрібна була робота, вот, какой-то стабільний доход, жилье потрібно було, і було більше викликів. А в последние годы, вот в прошлом, этом году, уже как-то мы свое внимание более переключили на оказание помощи в таких аспектах, чтобы человек нашел себе работу. Так, и занялся каким-то бизнесом, и сам имел источник дохода. Именно люди, незащищенные, из числа перемещенных лиц и демобилизованных наших воинов. Это тоже у нас такой проект был, «Підтримка домогосподарств» назывался. И вот мы для нашей области, у нас бизнес-план писали, домогосподарства из числа перемещенных лиц и демобилизованных воинов. И эти проекты мы направляли в Международную федерацию нашего Красного Креста и Красного Полумесяца, и они отбирали лучших. Вот в области у нас было отобрано 120 вот таких проектов. Люди получили гранты. Это по 26 тысяч гривен, ну, тысячу долларов как бы на тот момент. И начали развивать свой бизнес. Причем, вы знаете, эта область больше 3 миллионов получила на эту программу. И что радует, что люди, инвалиды, которые в инвалидных креслах находятся, да, которые... Ну, з другими вадами вони не можуть вийти із дому. Могли би бути приречені, да. Але вони знайшли в собі сили і розвиваються. У себе, да, нашли собі роботу, нашли собі діло. Наприклад, одна сім'я, вони придумали, косточки збирають з вишен, абрикос, там, з всіх плодових деревьев, і купили собі такий апарат,
для обработки этих косточек и делают из них ювелирные изделия прекрасные, бижутерию замечательную и многие-многие другие там грибы выращивают и так далее. Вот более пошли по этому пути и наши международные партнеры, и наш Национальный комитет общества Красного Креста как-то стараются сейчас более помочь, чтобы человек сам свои так. силы реализовывал и самому... Не чекав від когось, да. так, а сам мав усі можливості і да, да. Уміть свій доход, того, щоб а не просити у кого-то. Бути успішним, звичайно, да, це краще, набагато. Да. І от зараз, ну то, що ми раненим допомагаємо, це постійна робота. Зараз еженедельно ми ходимо в госпіталь. Психологи наші, у нас проєкт психосоціальної підтримки. І працюємо з нашими воинами, которые проходят реабилитацию в госпитале при больнице Мечникова, а также ходим в военный госпиталь на Справді, Товариство Червоного Христа має стільки проєктів, що ми сьогодні, мабуть, не встигнемо про них навіть і заявити. Дуже багато, дуже просто. Ви казали, що навіть допомагаєте знайти тих, хто пропав безвісти, так? Да. Є ще такий проєкт. Один из основных разделов нашей деятельности, очень важный, нужный, это розыск пропавших без вести. Розыск погибших, розыск могил. Когда еще начиная со Второй мировой войны, мы и до сих пор, еще отголоски Второй мировой войны, и до сих пор к нам обращаются люди уже по розыску могил погибших и по розыску и самих погибших. Может, что-то слышно еще в те годы, кто-то что-то помнит. А сейчас, вот за последние годы, нам поступило в областную организацию 67 заявлений от жителей нашей области по поводу розыска их погибших сыновей, мужей, отцов, братьев, сестер в нашей операции Объединенных сил. Вот этими мы сейчас и занимаемся. Наш Международный комитет Красного Креста занимается, наше Национальное общество Красного Креста и областной комитет принимают заявления и передают на розыск этих людей. Сейчас у нас по области в облдержадминистрации числится 24 семьи пропавших без вести. Семьи. У нас, по нашим данным, 39. У нас немножко нестыковочка, потому что некоторые розыскные дела, которые мы взяли, родственники не хотят признавать своего сына, там, мужа погибшим. Звичайно, якщо Они невідомо верят, про нього щось, то, можливо, будуть зрушення цього місця. Вот. Так. І для таких сімей у нас сейчас работает проект Международного комитета Красного Креста. Он называется «Финансова підтримка сімей пропавших без вести». Этот проект предусматривает, что каждый член семьи пропавшего без вести ежемесячно получает 1300 гривен от Красного Креста для своей жизни. Причем взяли у нас таких 22 семьи сейчас, получают деньги от Красного Креста. Это 58 человек. То есть буквально за год, это почти миллион мы на эту программу отдаем. Пані Людмило, а є зрушення з місця? Тобто, можливо, якісь відомості про тих людей, які вважаються загиблими чи пропавшими без вести? Кстати, поки що не відомо. Я хочу сказати, що от у нас несколько сімей таких, у которых погибли. От муж погиб в одной сім'ї, троє дітей. І вони пройшли ідентифікацію нашей судмедэкспертизе и совпали результаты ДНК, что он погиб. Они не хотят признавать его погибшим, хотя мы его похоронили уже, и я сама была на похоронах. Вот. И жена говорит, я не буду закрывать дело, я не хочу признавать его погибшим, потому что я все равно не видела его тело, и я верю, что он придет домой. Я каждый день жду его звонка и жду, что вот он придет, постучит и зайдет. Це дуже страшно. Ви знаєте, я хочу сказати, що от ці сім'ї наших пропавших без вести, погибших,
они замкнуты в своем горе, они не расположены к общению. Вот, поэтому очень важно, и сейчас вот решается вопрос, и у нас проект проходит, вот эта психосоциальная поддержка, и Международный комитет Красного Креста вместе с облдеш-администрацией сейчас готовят новый такой проект уже более конкретной психосоциальной поддержки. Мы планируем вовлекать людей, которые пережили такое горе, но они уже пережили его. И чтобы они помогали, да, приняли. И чтобы они помогали тем, которые вот только в этом горе. Много планов, посмотрим, как они свершатся. Але ж у товариства є і проблеми. Да. Дуже велика, плідна діяльність, дуже багато роботи ви робите, але є ті речі, про які треба сказати і треба про них говорити. Я обов'язково хочу сьогодні сказати о проблемах, учитывая, що у нас новий президент в країні. Вот, хотіла би дуже попросити і звернутися і к президенту нашому по поводу восстановлення патронажної служби Красного Креста України. С 2017 года, вот уже два года, скоро три будет, наша патронажная служба не работает. Она всегда в течение 55 лет финансировалась из государственного бюджета. Но, к сожалению, прошлое Министерство охраны здоровья посчитало, что нужно лучше закупить лекарства, чем содержать патронажную службу Красного Креста. Это большой удар по нашим лежачим больным. Людям, которые не могут выходить из дому и передвигаются строго в определенной территории только по квартире. Вот, потому что многие нам звонят до сих пор, просят помощи, а мы не можем нашу патронажную сестру прислать, потому что ее нет. Я бы очень хотела, чтобы этот вопрос опять стал на повестке дня и профинансировали. Вам довелося їх звільнити, так? Тому що не було, як забезпечити заробітною платнею цих людей. Пришлось 231 человека по області сократить. Представляете, что это такое? Сократить людей в течение месяца. Министерство охраны здоровья настолько быстро нас проинформировало о сокращении, буквально в октябре они нас проинформировали, а в декабре мы уже должны были сократить людей в 2016 году. Представляете? Это было очень тяжело, это было очень сложно. И мало сказать, что их сократить, но еще и недофинансировали. Так, очень сложный період. А скажіть, будь ласка, пані Людмило, чи є, можливо, у вас зв'язки з цього питання з міжнародними організаціями? Можливо, фінансування, яке допомогло би нам тримати, утримувати? Да, ви знаєте, міжнародна організація, міжнародний комітет фінансує патронажну службу от зараз тільки в Донецькій і Луганській областях, де бойові дії. К сожалению, у нас в области, в городе Днепре, это самый большой город, такой службы нет. Хотя вот сейчас мы опять повторно пишем проект по патронажке и надеемся, что наши областные власти, может быть, профинансируют нам патронажную службу за счет местного бюджета, хотя бы не в таком количестве, как она была раньше, хотя бы в половинном количестве. Але це людей. Дуже потрібно для тих людей, які потребують допомоги, які залишились самі, яким немає до кого звернутися. Да, і более, справді це дуже тяжка ситуація. Тим більше у нас работали професіональні медицинські сестри з медицинськими дипломами, обучені прийомом уходу за больними на дому. Они выполняли медицинские назначения по назначению врача, терапевта. Они поддерживали связь с семейным лекарем и по его назначению выполняли все медицинские процедуры. Ну, кроме этого, оказывали социальную поддержку, социальную помощь, так как наши социальные работники сейчас социальная служба. Пані Людмила, як зараз? Чи звертаються до вас обездолені люди, в яких, можливо, склалися життєві обставини таким чином, що залишились, наприклад, без будівлі, без будинку, так, чи без квартири, в яких немає роботи, можливо, так? Ось такі обездолені звертаються до вас? Очень много людей обращаются, очень много. Вот хочу сказать, что у нас ежедневно мы кормим бесплатно людей по городу Днепру. Три дня в неделю, понедельник, среда и пятница, обеды бесплатные проходят на рабочей 73.
это центр медико-социальной помощи наш. Во вторник проходят на Соколе в Соборном районе и на Красном Камне, вернее, на братьев Трофимовых, ну да, это в четверг. Каждый день человек, который нуждается, может прийти и бесплатно пообедать в Красном Кресте в городе Днепре. Кроме того, у нас банки одежды открыты в комнатах и центрах. Человек может прийти одеться, обуться, получить предметы первой необходимости, получить продукты. Что есть, что мы собрали, то мы и раздаем людям. Угу. Это, во-первых, прежде всего, вот люди, которые остались без ничего, как вы говорите. Вот. Ну и не только такие люди, это и бомжи приходят к нам, и люди, которые освободились из мест лишения свободы, приходят, которым некому помочь. Приходят больные СПИДом, туберкулезом, мы с ними работаем, помогаем тоже им, чем можем. У нас проект был, сейчас ЛЖВ проводят по туберкулезу, наши медицинские сестры, когда были, обслуживали таких больных, амбулаторное лечение. Тобто вони проводили. Кажуть, вони приходять от на місць до вас. Так, я просто хотіла би от зараз наголосити на тому, що кожен мешканець нашого міста може теж взяти участь у добрих справах і прийти і допомогти тим, конечно, що у вас є, тим, чим ви можете. Звісно. Ви знаєте, ми збираємо одежду, обув, тільки чисту, акуратну, яку чоловік може потім ще носити. Ми збираємо товари першої необхідності. Это может быть телевизор старенький, это может быть приемник, это может быть что угодно, ну, в рабочем состоянии, чтобы люди могли пользоваться. Ну и другие какие ненужные вещи дома, ну, которые работают, которые можно использовать еще, мы принимаем в наших комнатах и центрах медико-социальной помощи и раздаем. Я еще хочу отметить то, что у нас, наверное, единственная организация по Украине, которая работает согласно закону Украины про Товариство Червоного Христа Украины. Есть такой закон, подписанный президентом. И согласно этого закона, общество Красного Креста определено как главный помощник органов власти в решении гуманитарных проблем, в помощи в гуманитарной сфере. И что характерно, что мы... У нас сейчас вообще ни копейки бюджетных денег. Вот то, что мы собираем, членские взносы, благотворительные билетики, раздаем спасибо людям, спасибо нашим медицинским учреждениям, особо благодарна нашим медицинским работникам, потому что больше всего помогают медицинские работники нам. Мы вот за этот счет, что мы собираем, представляете, что значит собрать все и раздать людям? Это огромнейшая работа. Замечательно. Огромная. А потому что приходишь в организацию, допустим, просишь, ну помогите людям, ну нуждаются. Мы отчитываемся, у нас все прозрачно. Вот, они говорят, да нет, мы не можем, мы не ну, в общем, нас не хотят, вы заставлять не можете. Конечно, мы не заставляем, только по доброй воле. И у нас сейчас новая концепция членства. Мы принимаем в члены общества, я кажу, свідомо. Только тот человек, который хочет быть членом общества. Мы не навязываем членский билет. У нас мало сейчас членов общества. Сейчас уже около 200 по области всего лишь. 200 осіб. Но это настоящие члены общества Красного Креста, которые ежегодно, раз в году платят членский взнос и помогают добрыми делами Красному Кресту. Я нашим членам общества Красного Креста очень благодарна тоже. У нас новые членские взносы. 50 гривен льготный, 200 гривен обычный и 500 гривен привилегированный член общества. Это вот такие вот суммы этих членских взносов определена президиумом Национального комитета Красного Креста Украины. Вот. Це ж повинна бути особлива людина, так, яка готова віддати себе повністю для того, щоб допомагати іншим. Звісно, ви знаєте, от приходять в Красний Крест люди, от навіть патронажні сестри, от приймали на роботу, да? Пришла, вроде нормальная, все, хорошая женщина, работает. Поработала 2 недели, не смогла, уволилась. Тяжко, но вы так? знаете, тот, кто остается, работает десятилетиями. Потому что это его жизнь. У нас самые маленькие зарплаты, минимальные, выше нет. Минимальные зарплаты. Но зато
человек получает такое моральное удовлетворение, вы знаете, когда кому-то помог, что у нас вот такие люди и работают, другие не держатся. Ой, пані Людмила, справді хочеться, щоб було у вас менше проблем, щоб ви могли впоратись з усім і одразу. Я розумію, що це неможливо, так? Але хоча б за допомогу вашу, щоб прийшло до вас, як то кажуть, так? Щоб все ж віддячили вам, вашій організації, за ті добрі справи, якими ви опікуєтесь. З приводу інших проблем, ви іще можете сказати, що є, так? Бо на сьогодні, знаєте… Конечно. От представте, собрати членські взноси і благодійні пожертви, і оплачувати ще їм комунальні услуги треба в цих кімнатах і центрах медико-соціальної допомоги. А услуги дуже зросли. Мы оплачиваем свет, воду, придомовую территорию долгов нет. А вот по теплосети, там сумасшедшие тарифы. И Красный Крест просто не тянет эти тарифы. Я тоже хочу обратиться к местным властям. Я вот сейчас письмо губернатору приготовила по поводу того, чтобы помогли нам в оплате коммунальных услуг все-таки. Потому что эти центры очень необходимы для людей. Других таких нет у нас, чтобы человек бесплатно все получил. И инвалидную коляску, це и костыли, и ходунки. И, в общем-то, кроме банковой одежды, у нас же еще банки предметов ухода за больными на дому лежачими. Якісь документи потрібно людині приносити, щоб ви розуміли, що ця людина справді потребує допомоги? Конечно, обязательно. Чтобы помощь человек получил, если это перемещенное лицо, он приносит справку. Есть удостоверение инвалида, есть другие документы, которые подтверждают статус человека. Что он инвалид, что он многодетный, что он отец или мать-одиночка, что он освободился из мест лишения свободы. Бомжи, ну тут уже по виду одному, тут у многих нет документов, и большая проблема их эти документы восстановить, вот это вот тоже проблема большая. Но вот еще нюансик такой, когда человек приходит на обед к нам, на бесплатный, да, мы обязательно требуем от него флюорографию. Чтобы он инших... Чтобы, не дай бог, если туберкулез, чтобы не заразил других, это в обязательном порядке. Так, вот. И люди приносят? Договор есть с 7-й городской больницей, бывшей сейчас скорой помощи, что мы направляем людей с нашего центра медико-социальной помощи, вот, в частности, на рабочий 73, туда на флюорографию бесплатно. И люди идут? Ну, если хочет пообедать, конечно, пойдет. Так, ну и не раз же, так, справді, щоб він просто міг он один раз прошел, и мы уже знаем, что у него, да, что все в порядке, и он хочет. И для него треба, бо це ж для його здоров'я. Конечно. И, звичайно... Каждый должен за своим здоровьем следить и отвечать за состояние своего здоровья. Ну, я ще раз хочу нагадати, що акція триватиме до 31 жовтня 2019 року. Вона триває під гаслом «Приєднуйся до добрих справ, допоможи сьогодні». І ось пані Людмила сьогодні розповіла, скільки добрих справ і благодійність, яка зараз є у Товариства Червоного Хреста України. Справді, ну, неймовірні справи ви робите кожного дня. І я так сподіваюся, що людей, які опікуються цим, їх ставатиме більше з кожним днем. Хочеться, щоб їх було більше. Будемо надіятися. У нас волонтерське движення розвите і приглашаємо всіх стати нашими волонтерами. Так, вот. И можно очень-очень ждем, надеемся, что люди придут и станут нашими волонтерами. У нас уже есть волонтеры, которые нам очень-очень помогают. Я вам дуже дякую, пані Людмила, що прийшли сьогодні до нашої студії, що розповіли стільки всього потрібного, важливого для нас сьогодні. Треба бути добрішими і звертати увагу на тих, хто поруч. Тільки так у нашому суспільстві все буде добре. Так. Да.